Набор для ламинирования волос Estelle, использование в домашних условиях. Стоимость: набор для ламинирования Estelle Crystal стоит порядка 2000 рублей. В домашних условиях лучше проводить процедуру с помощью опытного мастера, иначе можно испортить свои локоны. Содержимого препаратов должно хватить при средней длине шевелюры на 3-4 раза. В салоне данная услуга будет стоить от 2000 до 7000 рублей. Перед походом в салон стоит учитывать, что услуга не может стоить дешевле, чем препараты для ее проведения. Показания и противопоказания: услуга ламинирования волос помогает решить следующие проблемы: ломкие, сухие локоны, секущиеся концы, отсутствие объема прически, поврежденные пряди, ухудшение состояния прядей вследствие частого окрашивания, использование утюжка, фена. Перед поездкой на море советую делать подобную процедуру для защиты шевелюры от УФ лучей воздействия соленой воды. Ламинирование волос Estelle противопоказано в случаях обильного выпадения волос при очень истонченных длинных локонах. Наличие заболеваний кожи головы, повреждениях кожного покрова, аллергических проявлениях на действующие компоненты вследствие тяжелых перенесенных болезней. Можно ли делать ламинирование волос беременным и период грудного вскармливания, рекомендуем узнать на нашем сайте. Фото до и после процедуры ламинирования. Процедура ламинации подходит любому типу волос. Необходимо определиться со своим типом пряди и выбрать соответствующий комплект. Набор содержит очень доступную инструкцию по применению, последовательное выполнение шагов, который приведет к правильному результату. Поэтапная инструкция: первым шагом является очищение шевелюры. Для этого из набора Estelle используется шампунь, который пронумерован цифрой 1. Шампунь наносится на мокрые волосы, вспенивается, смывается под проточной водой. Процедуру рекомендуется выполнять 2-3 раза. Сушить волосы феном нельзя, разрешается только обмокнуть их полотенцем. Следующим шагом выступает нанесение 3D-геля под номером 2. Для этого голову хорошо расчесывают, пряди разделяют на 4 части и фиксируют специальными зажимами. Начиная с нижних прядей, отступив от корней 1,5-2 см, препарат наносят кисточкой. Затем аккуратно распределяют руками по всей длине шевелюры. Далее, волосы собирают пучком, закрывают шапочкой и сушат при температуре 50 градусов 15-20 минут. В домашних условиях для этого используют фен, в салонах – сушуар. По окончании положенного времени голову тщательно промывают теплой водой и сушат полотенцем. Третьим шагом является нанесение специального лосьона. Перед применением лосьон встряхивают, распыляют по всей длине шевелюры. Смывать средство не нужно. Завершающим шагом является использование сыворотки. При сильно поврежденных прядях ее наносят на влажную шевелюру, при здоровой шевелюре – на сухие концы. Данное средство придает блеск укладке. Сколько держится эффект, производители заявляют, что эффект длится 1,5-2 месяца. Длительность, как правило, зависит от типа волос, ухода и так далее. На натуральных прядях состав может продержаться даже меньше 7 дней, на окрашенных 7-10 дней. Правила ухода. Основные правила ухода после проведения ламинации локонов состоят в следующем: нежелательно мыть голову на протяжении первых 48 часов после операции. Это объясняется тем, что за этот период нанесенная пленка активируется и закрепляется на прядях. Не рекомендуется пользоваться средствами для горячей укладки, фены, плоки, выпрямители. Если возникла необходимость использования, тогда не следует нагревать больше 120 градусов. Для ухода лучше подойдут специальные профессиональные средства той же марки, как при ламинации. Обязательно использовать бальзам с защитой от УФ-лучей. Плюсы и минусы ламинации препаратами компании Estelle имеет следующие плюсы: пряди не пушатся, шевелюра становится гладкой, блестящей, мягкой, локоны будут хорошо расчесываться, быстро укладываться прическа, кончики меньше секутся. Процедуру можно проводить дома. Благодаря процедуре можно увеличить продолжительность эффекта окрашивания, пряди защищены от воздействия окружающей среды. Минусами процедуры называют следующие: результат может не проявиться при неправильном выполнении процедуры, малая длительность эффекта, стоимость довольно высокая в салонах, результатом может быть повышенная жирность прядей, требуется определенный уход после процедуры. Для моментального улучшения состояния волос также рекомендуют глазирование, экранирование, ботокс для волос, полировку, липидное восстановление, серицирование. Полезное видео все о ламинировании волос.
Принцип работы сущность процесса ламинации шевелюры заключается в том, что пряди покрываются тончайшей пленкой, которая придает глянцевый блеск. Шевелюре питает, увлажняет локоны. Российская компания Stel предлагает специальный набор для ламинирования волос. Принципами ламинирования локонов Stel считают следующие: вещества действуют исключительно на внешнюю оболочку прядей, не проникая внутрь, эффект держится до 4-5 недель, услуга носит не только выпрямляющий характер, но и лечебный. В составе препарата находятся полезные для шевелюры компоненты протеина, кератина. Состав и преимущества Stel ламинирования обладает следующими преимуществами: доступная стоимость набора, шевелюра приобретает блеск, шелковистость, гладкость, локоны защищены от воздействия негативных факторов, не нарушается структура волоса. Ламинирование позволяет дышать локонам, процесс можно проводить дома. Рекомендуем прочесть популярные виды ламинирования волос, чем они отличаются. Набор для ламинирования волос Stel. Российская компания Stel выпустила специальный набор для ламинирования, который позволит провести ламинирование волос в домашних условиях, не прибегая к салонным услугам. Набор Stel на кристалл включает следующие компоненты: подготавливающий шампунь, обеспечивает максимальное очищение волос и более эффективное проникновение препарата на поверхность. 3D-гель представлен в двух вариантах: первый – для нормального типа волос, второй – для ослабленных, поврежденных. Препарат проникает в структуру пряди, восстанавливает ее, образуя тонкую пленку, заполняющую все поврежденные участки. Данный слой также помогает защитить яркость цвета после окрашивания. Двухфазный лосьон-закрепитель. Активным компонентом выступает натуральный хитозан. Он обеспечивает питание, интенсивное увлажнение локонов. Лосьон предназначен для закрепления пленки, придавая ей прочность. Средство также обладает антисептическими свойствами. Сыворотка завершает процедуру, полируя пленку, делая ее гладкой, блестящей. Рекомендуем прочесть: кератиновая вода и шампунь для волос Stel Keratin. Еще один способ эффективного восстановления волос от известного бренда. Процедура ламинирования. Процедура ламинации подходит любому типу волос. Необходимо определиться со своим типом пряди и выбрать соответствующий комплект. Набор содержит очень доступную инструкцию по применению, последовательное выполнение шагов, который приведет к правильному результату. Поэтапная инструкция. Первым шагом является очищение шевелюры. Для этого из набора Stel используется шампунь, который пронумерован цифрой 1. Шампунь наносится на мокрые волосы, вспенивается, смывается под проточной водой. Процедуру рекомендуется выполнять 2-3 раза. Сушить волосы феном нельзя, разрешается только обмокнуть их полотенцем. Следующим шагом выступает нанесение 3D-геля под номером 2. Для этого голову хорошо расчесывают, пряди разделяют на 4 части и фиксируют специальными зажимами. Начиная с нижних прядей, отступив от корней 1,5-2 см, препарат наносят кисточкой. Затем аккуратно распределяют руками по всей длине шевелюры. Далее, волосы собирают пучком, закрывают шапочкой и сушат при температуре 50 градусов 15-20 минут. В домашних условиях для этого используют фен, в салонах – сушуар. По окончании положенного времени голову тщательно промывают теплой водой и сушат полотенцем. Третьим шагом является нанесение специального лосьона. Перед применением лосьон встряхивают, распыляют по всей длине шевелюры. Смывать средство не нужно. Завершающим шагом является использование сыворотки. При сильно поврежденных прядях ее наносят на влажную шевелюру, при здоровой шевелюре – на сухие концы. Данное средство придает блеск укладке. Сколько держится эффект, производители заявляют, что эффект длится 1,5-2 месяца. Длительность, как правило, зависит от типа волос, ухода и так далее. На натуральных прядях состав может продержаться даже меньше 7 дней, на окрашенных 7-10 дней. Правила ухода. Основные правила ухода после проведения ламинации локонов состоят в следующем: нежелательно мыть голову на протяжении первых 48 часов после операции. Это объясняется тем, что за этот период нанесенная пленка активируется и закрепляется на прядях. Не рекомендуется пользоваться средствами для горячей укладки, фены, плоки, выпрямители. Если возникла необходимость использования, тогда не следует нагревать больше 120 градусов. Для ухода лучше подойдут специальные профессиональные средства той же марки, как при ламинации. Обязательно использовать бальзам с защитой от УФ-лучей.
Плюсы и минусы ламинации препаратами компании Estel имеет следующие плюсы: пряди не пушатся, шевелюра становится гладкой, блестящей, мягкой. Локоны будут хорошо расчесываться, быстро укладываться, прическа, кончики меньше секутся, процедуру можно проводить дома. Благодаря процедуре можно увеличить продолжительность эффекта окрашивания, пряди защищены от воздействия окружающей среды. Минусами процедуры называют следующие: результат может не проявиться при неправильном выполнении процедуры, малая длительность эффекта, стоимость довольно высокая в салонах, результатом может быть повышенная жирность прядей, требуется определенный уход после процедуры. Для моментального улучшения состояния волос также рекомендуют глазирование, экранирование, ботокс для волос, полировку, липидное восстановление, серицирование, полезное видео. Ламинирование волос и на кристалл. Вся ламинирование волос.